В Новосибирске полицейские провели настоящую облаву на пьяных водителей. За 4 дня автоинспекторы задержали 250 нетрезвых автомобилистов. Самой примечательной стала ночная погоня еще и со стрельбой. Несмотря на простреленные колеса, водитель проехал еще несколько километров. Когда его все-таки удалось задержать, оказалось, что это 26-летний житель Бердска, давно знакомый полицейским. Теперь злостному нарушителю грозит лишение прав на несколько лет и десятки тысяч рублей штрафа.